Депутаты правого толка не заинтересованы в освобождении госучреждений от людей Плохотнюка. Сегодня депутаты ПДС и ППДП отказались обсуждать в профильной комиссии предложенный социалистами закон о люстрации. Напомню, документ предусматривает увольнение глав ключевых учреждений, назначенных в период правления Демпартии. Как сообщил глава юридической комиссии, судьба проекта решится на пленарном заседании парламента. Представители партии «Платформа достоинства и правда» и «Действие и солидарность» покинули заседание комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету под предлогом, что они не согласны с кандидатурами на должность судей в Высшей судебной палате. Глава комиссии уверен, что это лишь предлог, потому что в повестке дня были и другие очень важные проекты, тот же закон о люстрации, например. Пока уни коллеги опликат для шединца комиссии, пробабил subiectul și cătorilor fiind doar un pretext. Părerea mea că astăzi la comisie s-au dezbătut pe lângă aceste subiecte importante și altele. Mă refer la proiectul 486 prin ilustrație și colegii nu au dorit să se expună în comisie vis-a-vis de acest subiect. Таким образом, комиссия так и не вынесла никакого решения по закону о люстрации. În cadrul comisiei nu s-a luat nicio decizii, deci acest subiect rămânând să fie dezbătut în plen și plenul Parlamentului să ia o decizie vis-a-vis de acest proiect de lege. По инициативе ПСРМ, полномочия лиц, которых назначили на должности в период с 20 января 2016 по 7 июня 2019, будут прекращены до истечения мандата. Как указывали авторы, речь о практическом применении принятой летом 2019 года декларации о захваченном государстве. Первый раз проект закона о люстрации фракция ПСРМ зарегистрировала в начале декабря, но его не поддержали другие парламентские группы. В документе предлагается уволить руководство Координационного Совета по телевидению и радио, Национального центра защиты персональных данных, Нацкомиссии по финансовому рынку, Национального органа по неподкупности, Нацбанка, директоров НАРЭ и НАРАКИТ, а также Национального агентства по рассмотрению жалоб, Совета по конкуренции и службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.